Очень атмосфера мне понравилась здесь. Она уютная, как дома. Yeah, it was my first time here, so I was really happy to come and visit. The conference so far, I think, is also going really well. Quite rare, like I go to a lot of conferences. This is already good. You've got like, what, 140 people here, which is great, you know? Mm-hmm. Like for a first time thing, and it's super well organized. А когда-то очень давно мне говорили, типа, PHP умрет, а на его основу станет Java или C-Sharp. Но вот уже прошло сколько лет, и до сих пор он очень сильно пользуется спросом, как разработчики на PHP. И как вообще, как создатель новых проектов, новых фич и новых штук. Было бы круто, если бы было комьюнити для того, чтобы общаться, передавать опыт, возможно, решать, скажем так, толпой какие-то, ну, такие накипевшие, наболевшие задачи. Очень не хватает именно места, где можно делиться каким-то опытом. В интернете переписываться не всегда удобно. К сожалению, сейчас форумы не так активно продвигаются, это уже прошлый век. Чаты не позволяют вот донести информацию, которую я хотел бы донести. Любое комьюнити полезно, в первую очередь для обмена опытом. Вот я потратил последние полгода на эту работу, и я считаю, что то, что я сделал, этим нужно делиться и помогать другим командам строить такие решения. Ну, я думаю, что это однозначно прикольно, поскольку люди могут пообщаться по проблемам, которые их интересуют, узнать для себя что-то новое. Сказать нашим людям, что они большие молодцы, и показать, что когда им аплодируют нашим спикерам, не нашим спикерам, что мы что-то стоим, и мы конкурентны во всем мире, сколько приезжали спикеры, в общем, там, да, с Англии, но он такой же, как и наши. И еще поднимем рамки. Еще раз говорю, интересует очень интересуют серьезные подготовленные люди, которые могут делиться информацией. Мы готовы работать с любым человеком, который даст нам информацию. Разработчиков много, но мы все разразнены по разным конторам. И как бы, даже почти не общаемся между собой, только в маленьких своих от таких экосистемах. Поэтому почему бы нет? Приходите сюда, делитесь своим опытом, своими наработками. И послушайте чужие мнения тоже. Почему бы нет? Реально, присоединяйтесь, мы вас всех ждем. Здесь очень классно.